2013. Yay! Мы можем проиграть в Geometry Dash. Тесто, я уже больше двух месяцев ничего не снимал, потому что разбирался на старом видео, учился и так далее. И, в принципе, я со всем разобрался, но решил снять по Geometry Dash. Уровень, который я тоже начал проходить, тренироваться, не insane, сразу говорю. Он называется, это Medium Demon, по сложности как Easy Demon, только на телефоне не играл, который называется Melody Travel. Немного ошибся названием, вот этот уровень, вот Melodic Travel, где попытка ушла, 337 попыток тут на компе ушло, а он называется Melodic Travel. Да, вот он, этот уровень, соответственно, охрененный уровень, и давайте попробуем пройти. Ну что ж, XXXA уровень, сразу говорю, 6, где-то 4-5 минут идет, или 6 минут, я уже не помню, сколько он идет, но уровень крутой и красивый. Melodic Travel. Мелодичное путешествие. Пам, па-па-па-пам, пам, па-пам. Музыка вообще крутая тут. Блин, он не так уж и сложный. Есть моменты, которые уже подзабыл, но их, в принципе, не так уж сложно выучить. Пам. Пам. Там-там-там. Та-ра-та-там. Там. Та-там-там-там. Начало просто истично. Очень легкая там. Легче, чем в Dark Travel даже. Там. Пам. Теперь порхаем на волне. На фоне черно-белых деревьев. И звездочек каких-то. Пам. 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 Тоже единственное место. Но сейчас будет жестко становиться. Вот он начинается. Узкие проходы. Пам, 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 пам. 18% первая попытка неплохо. Но что-то затем нажал кнопку прыжка, в итоге умер. Там был батут. Пам, 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 пам. Попал. Аккуратно. Вот этот батут. Раз, два, три и пять. Отлично, мы дошли до жесткого момента. Там-та-там-та-там-та-там. И ни хрена уже не помню, как прыгать. Честно, уровень вообще простой, блин. Простой. И пройти я его могу. Я просто вспоминал начало, и поэтому ушло больше 30 попыток. На самом деле он простой, так что поехали. Зевать и максимум. Терпение. И главное, в конце так не тупить. Поехали. Отлично. Прошли это сложное место. Вот тут немного неплохое место жесткое есть. Тут ничего сложного, но вот это. Не, не вот это, вот это жесткое место. Пам, попал! Отлично! Дошли до босса, дракоши. Изи, блин. Пам-пам. Аккуратно. Пам. 42%, блин. Неплохо. Мне нравится, как я прошел вообще. Удачно. Блин, нахрен я там прыгнул. Отлично. Фу, сложное позади все. Это неприятный момент, но главное просто в последний момент прыгнуть двойные шипы. Отлично. НЛО. Нажать. Попал. Волна. Неприятный момент. Прошел его. Все, главное не тупить. В принципе, ничего сложного нет. Главное прыгнуть правильно. Фу.
Шанс есть, если не ступлю в конце. Грибочки. Вниз, вверх. Опасно. Космос. Поехал. Решил взять сердечко и сдох 70%. Но все-таки я их соберу. В принципе, быстро тогда шел до 70%. Мне это нравится. Очень нравится. Над скилл у меня огромный. Ну эти два сердечка в конце разберу, не знаю зачем, что они дадут мне просто так. Я только ПК зарабатываю, бывает и пешечнику на велике. Урод! What just happened? Чёрт! Забываю. Нахрен я так рано нажал? Самая нелепая смерть из всех, которые я когда-то видел. На такой изишном моменте. И в то же самое месте сдох. Да что за бред? Ничего там сложного нет, ну уж проход, да, но я вроде натренировал нормально. Я все равно хочу собрать сердечко. И чья собрал им. Ай, я пора по... Шанс пройти есть, если не ступлю на роботе. Слишком рано, 90%. Чёрт, чуть попозже надо было рожать. Почти прошел. Меня это радует. Не увидел, что там стрелка была направо. Чёрту. Любимые сердечки. Волна все-таки меня подвела. Зато сердечки взял. И ни хрен. Чё это был за слишком огромный задержка, блин? Чем не ещё? Чёрт! Чё отвлёкся, блин, что причём? Нахрен ты так рано жмёшь? You suck! Почему ты вверх летишь, объясни? What just happened?
не ступил и прошел. И монету заработал там в конце. За это, наверное, и забирал, да? Ей! Блин, тут три монеты разве спрятаны? Ей! Хрен знает, где не спрятаны, но я прошел. 1 час 29 минут. Охренеть. Как долго. Ну, уровень вообще зачетный, соответственно, перед тем, как мы его за... А, копию. Можно бесплатно делать копию. Категория, значит. Изи... Very easy, easy, medium, insane. Ой, нет, harder. Так, подождите еще раз. Блин, сердце стучит. Very easy, easy, medium, ну, hard, harder, insane, medium, easy demon, medium demon. Седьмая категория. Like. Я оценю как easy demon. Very nice level. Вот так-то. Еще один демон в нашу копилочку. Хорошо. Уровень пройден. Мы получили то, что хотели. Да, вот Melodic Travel. Ушло 69 попыток. 69 попыток плюс вот эту копию. 69 плюс 337. Давайте посчитаем сразу. 69 плюс 337. 337. 46 попыток, 46 попыток, ну неплохо. Ну, надеюсь, вам понравилось. И, конечно же, с вами была Fluttershy 2013. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Конечно же, пока. Ей, 17 демонов. Скри.